Шепотом, переглядываясь, поняли, что в плен сдаваться не будем, приняли такое решение. Я достал гранату, крутил запал туда. Я сказал: держи, Николаевич, я сейчас кольцо достану. Он без движения был, начал снимать с него обмундирование, шлем подвесной. Он в этот момент уже начал приходить в себя. И первое, что он сказал: оставляй меня здесь и спасайся сам. Потому что травма позвоночника у штурмана давала о себе знать. Он говорит: вдруг надо отдохнуть. Я такой: все понял, Николаевич, но отдыхаем 2 минуты, идем дальше. Он такой: все понял. Отдыхали 2, там 5 минут и двигались дальше.